Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Этой ночью в Латвии сохранится влияние области повышенного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода и слабый ветер, без осадков. Минимальная температура воздуха – минус 10, минус 15 градусов в западных регионах Латвии, а в центральных и восточных – мороз до минус 17, минус 22. Днем к Латвии подойдет новая зона осадков. Количество облачности увеличится, и на западе страны пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха – минус 2, минус 7 градусов на западе страны и минус 8, минус 13 на востоке. В Риге этой ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура понизится до минус 13, минус 15 градусов. Днем в столице также без осадков и минус 7, минус 9. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. В воскресенье ночью в Латвии облачно. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается мороз до минус 5, минус 17 градусов. Днем также будет идти снег, а на побережье Курземы возможен и дождь. Температура в Курземе 0, плюс 3 градуса и минус 3, минус 8 на остальной территории. Хороших вам выходных и до свидания.